South Quarter, one of the city's most crowded residential districts in the center of town, near the river. It's not wall-to-wall nobility like Aldale, but there's money here, if you know where to look. South Quarter's where I live, so I guess this is home. As long as I behave myself, I can go anywhere and do as I please, and the residents won't give me any trouble. But the city watch will. The entire force knows what I look like, and they'll attack me on sight. If I don't stay out of the way of their patrols, I might be looking at some jail time, or worse. First thing I need to do is see my fence, Heartless Perry. His shop is down in Black Alley. I'm bringing Perry the Bloodline Opal. I don't want to hang on to this stone any longer than I have to. Something about that job has left me with a bad feeling. Всем привет, с вами снова я, Артём, и мы с вами продолжаем проходить вора нашего третьего. У нас первая часть, скажем так, в городе. It's not much, but it's home. И она у нас на самом деле будет довольно короткая. Вообще все части в городе будут у нас довольно короткие, потому что здесь, в принципе, довольно мало нужно по нему ходить, в отличие, в общем-то, от того же самого, да, четвертого вора. Иногда порой будет у нас так, что даже я сам по себе вот этот вот город не буду как бы считать за части. То есть, к примеру, у нас вот у нас после, в общем-то, вот следующей миссии будет сразу же идти еще следующая миссия. Потому что там реально довольно... Ну, там, по сути, пробежаться слегка надо по городу, и все. То есть там вообще недолго, скажем так. Ну, а сейчас нам нужно продать этот опал нашему скупщику Перри. Для этого нам нужно пройти, в общем-то, вот сюда. Также, да, еще у дома Гаррета не забудьте взять эти самые водяные стрелы. Там в фонтанчике лежат. Стрелы мы покупать не будем. Здесь так, если что, можно купить. Но мы их не будем, потому что нам и так хватит. И заходим вот сюда, вот здесь мы сейчас все это продадим. Если что, товар. Вот это, конечно, очень прикольно сделали. То есть вот в третьей части. She was in here with some goons, asking a bunch of questions about that opal. They did a job on me. See the bruises? Had to give them a name. I guess before I knew that I'd given them yours. Which is the truth, ain't it? Anyway, I watch your back, eh, pal? About the opal, no way I can risk taking it now, but I know someone who can. A fence in Stone Market. Black Market Bertha. If I were you, I'd go to Stone Market to see her now, before those goons find you. Anyway, I can still give you cash for whatever other loot you stole from the castle. Business as usual, and no hard feelings, eh, Garrett? I mean, Who's the one all beaten up? Ну и сейчас мы пойдем в наш Stone Market, как вы понимаете. То есть это такая тоже, скажем так, в четвертом воре была отсылка на третьего. Вообще, как я понял, в третьем, ну в смысле в четвертом воре, там много отсылок именно вот на третьего вора. То есть тот же самый этот лечебница Мойры. Здесь у нас, в общем-то, будет дом вдовы Мойры. Тут миссия прям так будет называться. А там у нас была лечебница Мойры. В нашем горе-переводе приют. Как бы как-то так. Так, вот здесь я что-то захотел посмотреть, могу ли я вот это вот украсть. И, кстати, похоже, нет. Но вот ключ почему-то взял Гаррет. А вот с этого... С руки что-то там взять у него не получилось. Looks like Lady Elizabeth is here with a couple of thugs. Ну, в следующей миссии мы пойдем в этот самый в собор Святого Эдгара. Просто потому что так, по сути, будет ближе. Намного ближе, тем более.
Тут у нас как бы будет две миссии на выбор. И мы в первую очередь пойдем именно в собор с вами. Так, здесь у нас такая вот карта. А вот это у нас этот Stone Market тоже. Я вот, кстати, не знаю, в этот четвертый вор, по идее, как бы не полностью вот эту карту прям перенесли из третьего. I'm letting things get to me. It's because I don't have the bloodline opal. Yet. Так, сейчас мы эту мадаму оглушим. А стражник всех мы отвлечем этой стрелой шумовой. Чтобы не мешались пройти. Прямо на нашем пути стоят. Так, давайте-ка ее куда-нибудь вот сюда вот подкинем. Так, здесь у нас, значит, здесь у нас записка. Вот такая вот. И да, прошу прощения, конечно, за эту часть. У меня сегодня... Я сегодня еще некоторые видео хочу пописать. Так, чтобы как бы они уже были. И, в общем, как вы помните, я говорил о том, что есть свои причины этому. В общем, в последнем подкасте, кто не видел, то посмотрите. Он у нас от 15 августа был. Поэтому, в общем-то, такие вот дела. Там все это я говорил. Свои причины на мой такой ранний, скажем так, уход летнего сезона. В целом, в принципе, есть причины. Так что, ребят, такие дела. Так, ну и сейчас мы пойдем в Stone Market. Так, тут ничего не лежит случайно. Well, I've made it past Lady Elizabeth and her thugs, and now here I am in Stone Market. This district's known for commerce and corruption, with plenty of both for everybody. Most people come here for the stores. But I tend to do my shopping after everything's locked up for the night. There's the clock tower, one of the tallest buildings in the city, a good landmark day or night. And finally, the Stone Market Plaza. More vendors, more people. No doubt the city watch will be keeping an eye out for pickpockets like me, though. Being a thief is never as easy as it sounds. Anyway, it's time for me to find this Bertha character and get rid of the opal once and for all. I hope Perry was right about her. Big Bertha's place is marked on my map with the red handprint. Не, ну движок, я вот прямо вот сейчас смотрю на игру, и прям вот это вот реально вот Invincible War. То есть, ну этот Deus Ex имею в виду, конечно же. То есть, модельки тут абсолютно так же выглядят, как в этом. Ну, конечно, чуть-чуть может быть похуже, чем в этом, чем в Invincible War. You ready? What? Right now? Yeah, you get the map, right? What else are we waiting for? I don't know. A little time to prepare, I guess. You don't just waltz into a Hammerite cathedral and run around willy-nilly. But that's the beauty of it. Element of surprise. Idiot. It's supposed to be the Hammerites that are surprised, not us. Well, I mean, everyone would be surprised. Isn't that even better? No! No, you and I. We shouldn't be surprised at all. We should be prepared, have a plan, know what we're going after and where it is, how many hammers will be around, that sort of thing. Oh, yeah, I see your point. I guess. Are you sure you ain't just chicken? My last partner was chicken. Look, we just got the map. Let's study it, come up with a plan. No one's chicken. We know there's gold in there. But we also know there's really big guys in there with giant hammers. This is what I like to call a finesse job. Yeah, yeah, finesse. Sounds good. I vote we go in now. Surprise attack. I vote we don't. We need a plan. Finesse. Surprise. And shut up.
Ну и здесь у них можно стырить карту вот этого товарища. Это карта, если что, нашей следующей миссии. Прям так вот сразу здесь ее можно уже найти. А здесь можно найти еще одну карту. Которые у нас такие вот пуху будут, короче. У нас уже будет поза следующая миссия. Ну, как бы после следующей, это будет поза следующая. Как бы, так что, в общем-то, такие вот дела. Получена новая карта, еще одна. И сейчас пойдем продавать этот топал наш. Так, вот сейчас аккуратненько сделать. И я не знаю, реально, сделает ли мне что-нибудь вот этот стражник. Поэтому лучше всего все-таки быть аккуратным. Так, здесь у нас, значит... Тоже персонаж скупщик. Всякие стрелы, маховая, кстати, есть еще. Это прикольно, вот это мне понравилось. Ну, у нас, по идее, две маховые есть, поэтому, в принципе, нормально должно быть. Так, тут у нас еще есть водяная. Вот тут вот стрела. И сейчас пойдем к этой нашей скупщице. This is a damn fine opal. One of a kind. I bet it came from one of those old noble houses. Am I right? Never mind. It ain't my business how you came to have it. Ooh, I almost forgot. Here, a gentleman left this letter for you. Don't you worry, I didn't read it. It ain't my business, is it? Нам надо поговорить с тобой, встретимся во дворе Терристон Маркете. Хранитель. Какой-то там, короче, хранитель. Все, они никак от нас не отстанут. Это если что, из этого, из общества, которое как бы тренировало Гаррета. Короче говоря. Вот во второй части, конечно, от них было меньше. По-моему, насколько я помню. Этих всяких там разговоров, мы про них довольно мало там слышали чего. А здесь прям мы им будем помогать только в путь. Ну, в смысле, как, вы здесь, по сути, можете выбрать свою сторону. Это либо хамериты, либо хранители, кстати. Или там, по-моему, там хамериты и язычники, если я ничего не путаю. И в зависимости от того, какую сторону примите, соответственно, другая сторона к вам будет хуже относиться. Так. Сейчас аккуратненько вот так-то пролезть. Я думаю, мы на этом с вами будем в целом прощаться, потому что я сейчас вот до него дойду. И дальше пойду в тот самый собор, в котором мы там эту карту брали. Так что, ребят, такие дела. Всем за все, как всегда, большое спасибо. Ставьте большие пальцы вверх, ставьте большие пальцы вниз. Комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео в избранное. И всем за это, в общем, большое спасибо. И всем на этом, ребят, до свидания. Всем на этом, ребят, пока. I don't like being followed. Cryptic notes, secret meetings. Haven't you keepers outgrown this stuff yet? It was not our intention to be cryptic. What was your intention? Don't I have friends on the Keeper Council anymore? More than you know. Garrett, may I speak? Sure. Talk. The Keeper Council has agreed to allow you access to the prophecies as they are read by our interpreter, Keeper Kataka. Well, that's Keeper talk for something bad has happened and now we want your help, right? But there is something they require of you first. Go on. Two objects, one with the Hammerites, the other with the Pagans. They are unusual. We wish to study them further. We need you to acquire them for us. You mean steal them?
Are you sure these are the only hoops your keeper friends need me to jump through before I'm allowed to hear the prophecies? It's true that through this you will have proven that you are trustworthy. None of this is my choice. I'll get you the trinkets. You just make sure your keeper buddies come through on their end of the bargain. I will. Garrett? Garrett. Was that moving? Nothing. Guess it was just a what you call it, trick of the light. Low life scum. St. Edgar's Church. This is where the Hammerite fanatics keep the chalice,